И вот еще, что важно. Вы все очень хотите свободы. Вам свобода нужна. Да, кошак? Да. Но вы делаете все, чтобы себя ограничить. Еще больше, чтобы себя ограничить. Убирайте это. Свобода, свобода. Кому свобода? Освободитель идет к вам. Угу, мессия пришел уже. Е-ху. Который взбудоражит сердца миллиардов и спасет этот гребаный мир. Второе пришествие Христа, если хотите. Пророк, которого ждут мусульмане, чтобы пойти за ним, который объединит все народы, всех животных и растений, всех, подходите, подходите, не толпитесь, не беспокойтесь, всем свобода достанется. Свобода достанется всем. Всем все хватает. Убирайте дефицит из головы, как говорит Димон. Главное это убрать дефицит в голове. Ёб вашу налево. Это как костер. Так скажем. Вы создаете зависимость. Вы постоянно окутываете себя еще большей зависимостью. Так скажем, вы отдаете, например, ключи от квартиры соседу, когда вам нужно заходить, так скажем, в эту квартиру. Чтобы теперь зайти в квартиру, вам нужно найти соседа, напрячь его, занять его время, чтобы зайти в квартиру. И ваша жизнь окутана таким полностью. Начните убирать зависимости. Станьте независимыми. Независимыми. Зачем от кого-то зависеть? Делайте все сами. Никто за вас ничего не сделает. Думай своим умом, Толя. Кайфуем. Хай мы с тобой кайфуем. Эх, вина я вчера перепилась. Шош, помнить перестала, в забытие я кинулась. Что я чего-то не помню? Да и что? Я себя хорошо себя чувствую. У меня тут солнце, у меня тут море. Хотя мне говорили, все. Это последний солнечный день. Дальше будут дожди и грозы. Мне это неделю назад сказали. Хуй там. Я купаюсь. А я купаюсь.